где звезды так ярко, так низко горят, что можно рукой их достать. Здесь вечер спускался с горы Арарат, мою колыбель покачать. Был переулок кривой, звон перед домом плота. Рос я с тобой и мужал я с тобой, город жизни моей, Ереван. На территории Армении первые киносъемки проводились еще в дореволюционные годы. Оператор Александр Лемберг в ноябре 1920 года снял вступление Красной Армии в Ереван. С этих кадров началась история советского кино Армении. И очень скоро армянский кинематограф заявил о себе как о самобытном направлении национального искусства. Амой Иванович Бекназаров поставил первый армянский художественный фильм «Намус».